Так, мы начинаем лазерную эпиляцию. Здравствуйте. ЦИДК. Врач Николай Зинольга Михайловна. В гостях у нас Оксана Сидоренко. Всем привет. Меня мучают тут, вот, видите. Но я терплю. Ну, разве это... Пока все присоединяются. Чего не сделаешь ради красоты. Но один раз сделал, и все. И забыл о волосах. Я, например, волосатик с детства. Что тут скрывать? С нами здороваются. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет волосатикам. Спрашивают, кто она. Она актриса, ну, очень красивая девушка. В очках мне невозможно узнать. При варикозе как? При варикозе это не противопоказание, но смотря какая степень. Нужно посмотреть. В интимной зоне опасно? Нет, если нет заболеваний гинекологических, связанных с онкологической патологией. А, так, скажите, а светлые волосы тоже можно убрать? Светлые тоже можно, но больше процедур потребуется намного. Физруки снималась? Да, она снималась там. Или можно светлые покрасить сначала? Нет. А потом... Нет, там нет, это тоже не. Сколько раз нужно ноги сделать? Ну, минимум 6 раз. Это как минимум. Возможно, да. Больше. Вот это больно, спрашивают? Это вот... Мне сейчас бедра было очень больно, а вот голень вообще нормально. Это не очень больно, на самом деле. Это как комарик, так кусает и все. И самое большое осложнение? Ожог может быть на коже, может покраснение остаться в виде перифолликулярного отека вокруг... Так, нам мне не надо показывать. Ну, собственно, это очень редко. Мы должны выбрать правильные параметры и, собственно, никаких осложнений. Да, спрашивают, за какой период 6 раз? И сказали, что ты очень хорошо выглядишь. Лика. Merci. Нужно делать первые 3 процедуры с интервалом раз в месяц. Остальные процедуры мы увеличиваем интервал до 1.5, до 1 раза в 1.5 месяца. Вот я просрочила сейчас процедуру. 2 месяца назад делала. У меня заново рост пошел. Так что часа 5 терпеть все сначала. Да, да, это она была физруки. Да, да, тут все спрашивают, что за болтушка в кресле. Сейчас к нам даже из Нью-Йорка теперь прилетят. Ну все, ждем. Часто ожоги. Ожоги? Ну, если пациент нам не при заполнении информированного согласия рассказал, что он посещал солярии, тогда мы процедуру не проводим, риск ожогов меньше. Если пациент скрывает эту информацию от нас, то... Это лазерная эпиляция. Да. Больно? Нормально. Еще раз спрашивать. Нормально. Красота требует жертв. В интимных местах. Но надо сказать, что это абсолютно не так болезненно, как восковая эпиляция. Поэтому и восковая надо делать там 30 каждый раз, там, каждые 20 дней, а это раз сделал там. И 5 раз сделал нормально. Что вы там смеетесь? Интимное место, больно опять просто. Несколько раз эти вопросы одни и те же. Там более чувствительно. Там чувствительно. Мне нет. Можно ли с витилиго делать лазерную эпиляцию? Вот сейчас чешется. Предлагает показания. Надолго спрашивают это? Надолго. Можно чесать, да? Чесаться можно? Можно. Намажьте меня чем-нибудь. Ой, чешется. Ну вот, что за аппарат? Аппарат? Аппарат LightShare Duet. Компания Luminis, американская фирма. Чем мажете и для чего? Это контактный гель для второй насадки этого аппарата. Этот контактный гель будет забирать часть тепла, соответственно, пациенту будет более комфортно. Какая цена? По ценам вам лучше позвонить в наш колл-центр и уточнить. Оксана, у вас есть свой перископ, спрашивают? У меня есть, вчера появился перископ, такой же, как Инстаграм, OxyCity. Дорого? А, ну стоит. Насчет цены, да, сказали, звоните, смотря какие зоны, уточняется цены у нас в колл-центре. Есть, возможно, акции сейчас проходят. Спрашивают, зачем очки? Очки, чтобы предохранять наши органы зрения от лазерного воздействия. Глаза. Так, ну, в принципе, я думаю, что... В общем, мы вас проинформировали. Да. Хотите?